Все призывники на областном сборном пункте будут переодеты в военную зимнюю форму одежды, соответствующую виду и роду войск, которые они предназначены. Им будут выданы банковские карты для перечисления денежных довольствий на период военной службы. В дополнение к военным билетам на каждого призывника будет оформлена персональная электронная карта, которая содержит более подробную информацию о призывнике. Кроме того, каждому призывнику будут предложены сим-карты к сотовым телефонам со льготным тарифом. На путь все призывники будут обеспечены средствами личной гигиены, которые вот находятся, значит, на столе, вот, которые вы уже посмотрели. И на путь следования каждый призывник будет обеспечен сухим пайком, питьевой водой. При следовании к месту прохождения службы в составе эшелона, значит, все призывники будут обеспечены трехразовым горячим питанием через вагон-ресторан.